Томск вилаятынан ишкалчы рус ордусуна сафарбар олунан чагырышчылар командирлеринен наразылык эдерек этираза калкып. Чагырышчылар билдирип ки онлара эрази мудафия батальонларында хидмет эдежеглери дейлип. Лакин сонрадан хүчүм бөлмелеринде хидмет эдежеглери мәлум олуп. Силах görmediklerini, poligonda lazımı təlim keçmediklerini deyən işğalçı ordunun əskərləri belə komandirlərlə döyüşə getməyə mümkünsüz olduğunu bildirir. Прикиньте, вот мы 26 числа здесь находимся, нам, блядь, офицеры врали в лицо, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит, оказывается, у нас просто стрелковое подразделение, блядь, мы штурмовики. Мы штурмовики, блядь, мы не тероборона, она сейчас только этому об этом... Мы автоматы еще даже не видели. Автоматы не держали, блядь. Автоматы не держали две недели. Вообще, вот сегодня пришли на полигон пометать гранаты, блядь. Сказали, гранат нет. Не дали даже автобус назад, мы пешком с полигона, блядь, пришли сюда. 10 километров. Назад, 10 километров, блядь, оттуда пришли сюда, блядь. Да. Как подготовили офицеры, блядь, воевать, да, блядь. Они продадут там же, на Украине. Блядь. Вот так вот. Давай построим! Построим, блядь! Давайте, пацаны, сразу покрутим короткие видяхи. Давайте сразу.